Христос дает апостолу Петру урок: «Кто поднимет меч, от меча и погибнет». Он говорит, что преступления не пройдут безнаказанно. «Кто движим насилием, от насилия и погибнет». Если не останавливать зло, а покрывать его, быть толерантным, то в мире будет править хаос, беззаконие, безбожие и преступление. Мы видим, как на протяжении истории человечества сам Бог сражается со злом. Он потопил первый мир из-за греха и беззакония. Второй мир сгорит за те же преступления. Мы видим, что Бог не является пацифистом. Поэтому для наказания зла есть власти, полиция, военные, армия. Они Божьи слуги и не напрасно носят меч. Им дано оружие для отмщения делающим злое. Их миссия – хранить мир, сражаться за мир, останавливать хаос, насилие, террор, разрушение, войны. И задача христиан – нести спасение миру, как это делает Христос.